пола. Саша возле люка. Приступаем к открытию. Приступаем. Да, принято. Приступаем к открытию. Все, установил. Так, сейчас я подожду, я сейчас чуть-чуть освобожу проход. Один фал радиоскафа закрепил за выходное устройство. Так, давай. Принято. Завожу. Хорошо. Да, не хватает вот этого окошечка наверху, чтобы... Не хватает, не хватает. Я согласен с тобой полностью. Вот я куда упирался. Сейчас я тогда с той стороны зайду. Ну чё? Практически... Как ты? Нормально. Практически на месте? Ага. Саш, скажи, пожалуйста, тебе удобно сейчас? В нормальном ты положении находишься? Можешь Сергея придерживать за ранец? Да, меня, кстати говоря, не надо придерживать, я хорошо стою. Честно говоря, я тоже как бы сейчас вот не вижу. Спать, потому что его держать за ранец. Хотя надо, или пошел я. Пошел, да? Ну тогда держи топор, или... Не-не, топор отпускай. Так, Сереж, ну все, тогда я тебя держу, тогда я не вижу, куда ты бросаешь ноги. А тебе не надо. Парад, ты сюда на рейке? Да. Так, а я тебя взял за... Вот еще вот за бок держу, в районе за бок. Знаешь, но вот это, конечно, поза мне не нравится. Давай, подожди. А то... Принят. Хорошо. Baby, the tether's around your right leg. А, спасибо, Майк. Окей. Сергей, наблюдаю, как ты начал выведение блока БТЛС. At the knee. Блин, проходи, просто ты не то, что посмотришь у меня. А, вот этот вот. А, сейчас уже он идет. Сергей, после того, как ты сейчас выведешь на ВУ БТЛС, застрахуешь его фалами... Я попал правой ногой между фалами. То есть перед седлетом. Сейчас я к тебе приду. Сейчас я БТЛС выведу, Саша. Угу. Сергей, как только катушка и БТЛС зафиксированы, скажи. Я принял, Миша, хорошо, обязательно.